уроженцы смородины красной розеты характеризуются довольно быстрым ростом, что позволяет полакомиться урожаем уже в первые годы после посадки. К другим особенностям сорта относят: поздний срок созревания, мощный куст с вертикально расположенными побегами, крупные и средние ароматные ягоды. Смородина красная розета имеет универсальное назначение. Посадка крупномеров гарантирует скорый урожай в достаточно большом объеме. Саженцы предпочитают участки с достаточным уровнем солнечного освещения. Увлажнять нужно умеренно, ведь избыток влаги приводит к появлению грибка. Смородина красная розета – это кустарники. Важно, что смородина красная розета самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.